Хей, Огисмешники, и да, это Мамодора 2 сразу после первой части. Надеюсь, вторая часть будет более похожа на ту Мамодору, которую мы проходили прежде. Эта игра в том же разрешении, как и там. Ну, чё, поехали. Опа. У нас теперь новенькое, здесь добавляются слоты. Давай сюда. Ой, знакомые пещеры. Опа. Ага. Ох. Это ты, Момо. Я прошу, так, спидинг, пробежать этот бит. But make this please, will you save my... Короче, возьми, сохрани мою сестру. Да, оно шире не делается. Окей. Чё? Играем? Так, you now begin to miss... Тебе твоя миссия, типа, like... выжить, not any girl. Have you trust your dry and dry quick? Какие-то королевы, this share and the defense. В этом замке. Been having problems. Но есть некоторые проблемы. Sometimes must be done. А со временем тебе придется бежать. Или чуть типа того. Will be home now. Теперь иди домой. I can really, я не могу серьезно. You here, тебе. Stay. Подожди здесь. Тебя. Типа я не могу реально ждать тебя здесь. The something must to your own. Так, I happy hope you come back safe. Good luck, sis. Сисел. Сисел. Да, это походу те же. Тот же геймплей, как и в той части, все-таки они ее вернули. Ну, колокол я имею в виду. Коха Пейнт. Ах ты, зараза. Ладно, у нас отнимает по пол сердечка. Ай. А это целое сердце отнимает. So just Coho hide after all. Твоя миссия. Just away, you weak Welkin. Killing you, right, you was your fun. Короче, нагрите. Смотри, я тебя грохну нахуй. Ради веселья. Я чувствую, что я скоро отъеду из этого вашего веселья. О, колокол. Чё-то я не врубаюсь. Так, ага, все, ребят, у нас теперь есть карта. Батина маленькая. Я понимаю, что это для приставки. А, наверх мне нужно. Для приставки, но все же. Не для такой же степени. О, это челик из первой части. Югон Коху Чарм. Так, it's all you can, you piece is power fire engine black hay the blocks. S плюс. Я понял. Игра сохранена. Так, хорошо. Давай. О, так мне дают теперь. А кто ты?
я тогда запульнул? Как я тогда стрелял, я забыл. Ай. Так, какая-то девчонка спит. After rain, доброе утро, wake. Так, away from money, one x freaks, I may become human. Я никогда не встречал или давно не видела людей. I definitely keep your name is my memory. As for name, it's Melko. I come from very far away, long in search and missing. Perfect family control. Типа она смотрит или контролирует проход. Ты принцесса, name is Eri. Так, принцесса какой-то Eri или она. She's supposable for the kingdom after saying in the Dreamfold stay if our criticals on the frail ephemera. Короче, посрать. Не понимаю, я все равно как стрелять. Это меня пугает. Плюс. Не-не-не-не-не. Тихо. Как я тогда запульнил? А, вверх. Понял. Блять, а нас сейчас пиздец. Мне бы вниз пойти на самом деле. Ау. Fucking. Fucking retards. Ну, что-то не откуш. А, наверх нужно смотреть и атаковать. Сложно. Ай. А, ясно. Я глупый. I'm stupid, sorry. Sorry, but I'm stupid. Ну это очень сложно на самом деле, нацелиться на врага и попасть. Это нужно уметь. Хрена ты метнул. Ай, боже мой, сложно. Да ладно. Это сложно. Как бы то ни было. Просто понимаете, я не понимаю радиус своей атаки, поэтому мне это тяжко. Какого хера ты не атаковала? Что значит просто присесть? Типа она смотрит вниз? Или она поклоняется? И второе. Ох ты ж я моя. Она всегда будет за мной летать. Да давай упади еще в шипы. Ай. Элина.
О! А что я получил? Подождите. Я получаю заряды чего-то? Ох, манать. Бац. Сложно. Сложно. Так, вниз. Но мы вверх пойдем. Жалко, что здесь нету настроек хоть каких-либо. Чтобы можно было настроить. Сейв гейм. Так, вниз. Да, из-за того, что типа карта, я минус глаза получаю. Марит Шарт. And just you now. И что ты хочешь теперь? Get the fuck off my way. Отвали от меня. Begin and hell fluff. Вау. А можно узнать хотя бы сколько у него хп? Да. Я не врубаюсь, где хотя бы хп увидеть. Типа, босс файт есть, но... где хп? Это минус, это огромный минус. Окей. Эй. Тут что, когда у тебя... Фу, картишки закончились. Что такое? Are you anything ancient? Она подохла. Идем, возвращаемся, сохраняемся. И у нас ноль. У нас ноль этих карточек. Что это нужно было забрать? Походу я только что уничтожил улучшение. Фак. No good. Это не круто.
блядь. Откуда я мог знать? О. Да, хороший лист был. Полезный листок. Обычные листы бумаги. Куда я иду? Зачем я иду? Просто бегу. Походу я собираю какие-то сферы. Да. Come here. Теперь у меня две эти херни светящие. Для чего они? Только богу известно. И замечу, что здесь нету именно перехода на ту или иную локацию. Здесь общая локация. То есть враги будут вращаться в том месте постоянно. А-а-а. Понятненько. И враги хотя бы одноразовые. В том плане, что даже если я сохранюсь и выйду, а враги остаются там, где они были в последний момент. Так, сохраняю. Они только могут заново воскреснуть, если мы меняем чисто локацию. А. Так, а вот это вот интересно. А вот это вот, блядь, интересно. Так, ладно, давайте тогда... Или это телепорты даже местные? Вот здесь, короче, проход вниз есть. Так как туда попасть? Что-то вопрос на засыпку. Так, двойного прыжка у нас нету. Так, давайте вправо. Блять, пришибил меня тварь. Кайф. Ну ладно, они хотя бы подохли. И ломает, короче, только те, где красненькие эти. Сычара. А. Не, я заберу то, что там лежит. Вот это более-менее уже играбельно, но я говорю, минус глаза, то есть как будто я смотрю в точке. Это вообще не играбельно. А программ, понимаете, просто никаких таких нету, чтобы расширить. Так, любовное письмо плюс ХП. Окей, давайте вниз.
в ту сторону мы не ходили. Плюс хпшка. Это походу... Да. Блин, если бы здесь была бы настройка управления, было бы идеально. Но ее тут нету. Но ее тут не мам. Ай. Ай. Так, сейф. Хорошо. Плюс еще хп. Я понимаю, что там типа написано любовное послание и все такое, но в нашем плане это не входит. А, все пролез. О, эхи, о, человек. Hi, how? My имя Мэй. Я come from every clan. Типа еще один сразу босс? Ой. Буду знать. Зрачки. Давай наверх. Потом пойдем вниз. А, так это маленькие эти. Так, двойного прыжка мне нету. Перышко. А, я джамп. Двойной прыжок, изи. Очень хорошо. Что-то мне нужно. King Power. Нужно больше мощи. Давай тогда сюда вернусь. Вот сюда. Можно вниз пойти. Во вниз. Плюс хп. Пипец. Считайте, только одна битва была очень сильная, а теперь просто у нас идет бафы. Замечу, что я только начал. А у меня уже две ячейки улучшения чего-то. Справа наверху. У меня уже тайный сундук, который нужно открыть, получив больше мощи. Да, платформа это не моё. Платформа тяжко. Давай сначала наверх. Ага. Это у нас уже третий. Это у нас третий памятник. Ай-яй. Хорошо, что у меня сохранение есть. Блин, ну я, в принципе, знаю, куда еще можно будет пойти потом. Так, 50 штук пускай будет. Мне интересно насчет телепортов. Есть ли тут телепорты?
мне кажется, должны быть. Мне кажется, что должны быть. Так, это я сейчас... Ух. И я тут-то уже был. Давай наверх. Подожди, там есть проходы? Вниз, вверх. Мне только, в принципе, наверх слева. Я сначала сохранюсь, а хотя я могу еще сюда залезть, стоять. А давайте... Ладно, сюда. Нет, давайте все-таки вниз. Я фаст там пробегу, если сдохну, сдохну. А я хочу, короче, вернуться по шахте наверх самой. В принципе, мне просто по прямой бежать. Может быть, я там что-то да и найду. Потому что двойной прыжок у нас с вами есть. Ничего, хорошо. Мне ведь только лучше. Глупый кубик. Ладно, не буду тебя трогать. О, вот здесь. Подожду их тут. Я ебашу. О, плюс ХП. Блин. Блин, то, что камера типа сразу меняет. Вот это плохо. Ай-яй, тихо. А, справа либо наверх. Давай наверх. Он типа медленный, но много хпшный. Ну, много хпшный. Хорошо, там новая комната. Ладно. А, то есть у меня такая ситуация, да? У меня такая ситуация здесь получается. А, мне легче на самом деле забегать и сохраниться. Ладно, сбегать, сохраниться. Туда-сюда уже серию заканчивать. Туда-сюда уже и на учебу. Давай здесь пробежим, потому что у меня, в принципе, два места, куда я могу пойти. Чисто справа, либо... А хотя это, скорее всего, мы туда сейчас и придем. Кажется, мне... Призраки. Я обязан был это сделать. Плюс еще хп. А,
Вау. Ух ты ж, ямна. На это, за этим нужно следить, когда он замахивается. Вот. Вот этот спуск. В принципе, я и говорил. Hey, Momo, how you been? I like it with your friend. Да, это то место, да, все. Довольно много проходов. Да, минус хп, минус хп. Я получил звездную эту. И... А вот это странно. Я не понял, что мне делать. Сука. ГГ. Я не знаю, что мне делать. 73% карты я открыл. Как мне звездочки открыть? Пиздец. А можно, пожалуйста, подсказку? Ну, типа, я не шарю. Поклониться им. Не знаю. Ой, блядь. Пизда. Окей. Тихо. В принципе, можно закончить. Хотите, давайте, в принципе, я думаю, на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь, оно хотя бы сохранилось. Да. И давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.